Чистота и комфорт прежде всего. За поддержание порядка во дворах несет ответственность не только управляющая компания. Это по силам и каждому жителю. Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что на придомовых территориях нельзя парковаться на газоне, оставлять машину на площадке у места вывоза мусора. Это грозит штрафом от 1 до 5 тысяч рублей в первом случае и 5 тысяч во втором. Кроме того, категорически запрещено сливать технические жидкости или разбрасывать детали при ремонте машин. В этом случае нерадивым автолюбителям придется заплатить от 3 до 5 тысяч. Также во дворах крайне не рекомендуется мусорить, расписывать стены, размещать объявления без разрешения. Штраф за это не маленький, от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.